Нашего великого земляка Ивана Шишкина на написание всем известных работ. Мы сегодня с вами посетим обязательно музей, мемориальный дом-музей Ивана Ивановича Шишкина. Посетим музей уездной медицины имени Владимира Михайловича Бехтерева и побываем в музее-усадьбе легендарной женщины-воина, офицера русской армии Надежды Андреевны Туровой. Это историческое, именно вот сейчас сюда мы въехали, но сейчас на время покинем, но чуть позже обязательно сюда вернемся. Ну, современная часть города типична для многих, да, городов нашей страны, ничем она не отличается, наверное, от тех городов, где в подражании естественной природе. А вот в этом парке гуляла любимая женщина адмирала Колчака, Анна Васильевна Тимирева. Всем известна судьба этой женщины, вообще судьбу этой уникальной женщины-воина. Вы узнаете, побывав в музее, я не буду забегать вперед. Также... А внизу под горой, где находится историческая часть нашего города, возникнет тогда поселение, которое получит название Ала-Буга. Слово тюркского происхождения, откуда пошло это название, точно сейчас никто уже и никогда не скажет. Есть несколько версий. По одной из версий, то название камня, который раньше был где-то вот посередине Камы, вот когда вы подходили сейчас к причалу, вот примерно, наверное, там где-то, который появился еще в результате древнего землетрясения. А Кама всегда во все времена была судоходна, по ней проплывали многочисленные торговцы. Вообще, мой вредный пегий – бугай, бык. Ала-бугай, злой бык. Ну, таких версий много. Ну, вот откуда пошло точно это название, неизвестно. Так вот, Ала-Буга тогда, в XI веке, стала северным фортпостом, то есть таким пограничным городом-крепостью, огромного, созданного здесь на Средней Волге государства этими племенами, которое получило название Волжская Булгария. Мощное, развитое средневековое государство в 922 году на укрепление государственной власти было принято официально ислам. И вот эта крепость, которая будет построена здесь, на горе, она выполняла, помимо функции оборонительного, да, сооружения крепости, еще и функцию мечети. О чем мы с вами сейчас окажемся? Раскопки велись, ну, практически периодически, начиная с середины 19 века. Но вот такие самые результативные, масштабные, проводились в 90-е годы. Вы уже были? Да. Вы уже составили теплоходные группы? Да, мы составили. Проходите, пожалуйста, сразу за мной. Видно, что на имени. Смотрите, святая, может быть, батюшка. Такой 300, спасибо. Скажите, а вот такие баблички? 200. Это основа селенит, уральский природный камень. Это змеевик у вас в руках. Они все по 200, да, у вас так? Эти знаки зодиака все, да. И вот эти вот, да. Какая красота! Ела-Буга. Вон еще пошли. Вот, видишь,
башни. На горе был карьер по добыче крутового камня. Никого не интересовало, что место историческое, место древнее, место просто рай для археологов. И тут периодически велись, и до сих пор ведутся работы, да, археологические. Гора состоит вот булыжник, да, вот этот камень, который мы сейчас пойдем, его вот видно. Из него состоит вся гора. Он у нас очень интересный, используется в строительстве, в отделке, как, например, вот ресторан, да, который стилизован под средневековый замок. Камок, который путешествуется. Не села, ничего нет, просто такая вот. Почки растут, поля. Куда идти нам надо? Одним объятием, да, 80-летний раз. Наверное, к автобусу потихонечку. Угу.
Поставил очень ценный до сих пор краеведческий труд под названием «История Елабуги с древнейших времен». И вот там приводится эта история о иконе трех святителей. Ну, то, что статус крестьяне и село носило дворцовое, то есть приносило... Потому что исследовал головной мозг 30 лет. Главная просьба во всех музеях и возьмах. Вода снимает отрицательную энергию с человека, а горячий влажный воздух помогает исцелению простудных заболеваний. Бани также принимали воду, пускали кровь, делали различные массажи, вправляли выемки, купали маленьких детей. И в бане человек просто отдыхал после недели холодных трудов. Официальная медицина появляется в России лишь в 17 веке. Тогда же открываются первые лекарские школы. Но лекарей еще мало, декурируют они в основном состоятельных людей. А простой народ еще на протяжении почти 200 лет обращается к палату для души на бане. Да, ну укол делаю вон там. Шестянка какая. Пойдем дальше, потом лучше. Спасибо.
Итак, мы с вами, я завершила свой рассказ тем, что с конца 16 века наш населенный пункт уже звучит как русское дворцовое село Трехсвятское. Село богатело, развивалось, увеличилось количество жителей. Сани какие были, смотри. Надежда Андреевна прожила уже последние годы своей жизни. И сам старинный мемориальный дом является объектом культурного наследия Российской Федерации. Ну а мы рассказываем обо всей жизни этой легендарной женщины. Не рукоделием. А вот ночью, пробравшись на конюшню, выводила Алфита до рассвета, по окрестностям Сарапула на нем скакала. Однажды проделки ее были раскрыты. Поймана была с поличным. Матушка пришла и в гнев, и в ужас. И Надя замуж за дворянина, чиновника 14 класса. Женщина в браке, в 1803 году родился сын Иван. Сама Дурова об этом никогда и не упоминала. Но архивные документы вещь упрямая. Именно в третьей витрине представлены страницы из метрической книги Вознесенского собора города. Ношение мундира, как георгиевский казацкий врачи. Так между Дуровой и Лютрицкой соседов живых не было. Но вот они всегда знали, что именно здесь в последние годы проживали.
Очень долго называла господином Александровым, говорила о себе в мужском роде, носила мужской костюм с Георгием в петлице. И лобужане прекрасно знали ее историю, но здесь, в Елабуге, к ней относились с большим и должным уважением. Если в речи обращались, то называли в их семье из уст в уста, уже легенда 200 лет передается, что, будучи у них в гостях, из этого чебука курила Дурова, мы склонны верить. На столике и справа, обратите внимание, как гордо она держит голову, прямая спина и офицерская выправка. Скончалась она в этом доме на 83-м году своей жизни. И в 1866 году ее с воинскими почестями, но под подлинным именем похоронили в Елабуге на Троицком кладбище, где и сохранилась ее могила. И когда подошел возраст, она Ивана из Сарапула забрала и устроила в Петербурге учиться в закрытое военное учебное заведение наподобие наших суворовских училищ. Иван учился за счет казны, по окончанию военным не стал. Начал чиновником 14-го класса, жил и служил в Петербурге, сделал карьеру чиновника и последнее место стало начальником сириатского департамента. 6-й класс по табели о рангах, коллежский советник, то есть армейских полков, автор книги «Россия. Очищение огнем». Ну а вот хочу сказать, что молодежь хоть и носит фронт, в России печатается наша героиня, да и наш музей-заповедник занимается издательской деятельностью. Все это говорит о том, что о ней знает весь мир. Киса. Киса. Ой, какая красивая. И какая. Я считаю, что это... Да, после завтра я. Потому что она дала слово. Хорошо. Пожара город был отстроен заново, и но так как надворных построек в каждом дворе было очень много, между указу городской думы строить брандмаурные противопожарные стены. И когда мы сейчас с вами приедем к Фокс, Смирнов, Амбарцумян, ну и многие другие, и были награждены сталинскими премиями. И вот в числе эвакуированных в августе 41 года прибывает к нам вместе с группой в последний пункт эвакуации один из самых ярких поэтов эпохи Серебряного века Марина Ивановна Цветаева вместе со своим 16-летним сыном Георгием. Ну, что Марину Цветаеву знают, любят во всем мире. Справа вы сейчас увидите два одинаковых здания. Это литература этой арочки. Это щит, разделен на две части. В верхней части герб города Вятка. Мы раньше входили в Вятскую губернию. Себе двойную функцию. Вот справа сейчас единственное трехэтажное здание, бывший доходный дом. Комнаты сдавались в наем, принося купцу вот доход. А в Елабуге его называли этот банк стахеевским, потому что больше вклад в нем имели стахеевы. Слева от нас здание торговых рядов по образу, да, питерских, для удобства торговли были построены в середине 19 века. Ну и мы с вами подъезжаем. Thank you.
Свои наушнички вы можете вынуть, пусть ваши ушки отдохнут. Никого не ожидали, своей семьей они коротали вечера именно здесь. Проходите, пожалуйста, можно два рядочка встать, вот навстречу мне здесь. Отец великого художника Иван Васильевич Шишкин нас с вами встречает со своего портрета. Песни художника Верещагина. Пермские художники, братья Верещагины, были приглашены в наш город для росписи храмов. Они бывали в этом доме, и в знак признательности за гостеприимство башню чертова городища, он спас ее от разрушения, восстановив на свои личные средства. Всегда интересуясь историей родного края, на собственные средства, списавшись с археологами из Москвы, Иван Васильевич организовал раскопки Ананинского могильника, что близ Елабуги. Владение любой хозяйки в доме начинается с кухни. Владение территории помещения располагалось. Там сейчас ваши комнаты. Эта комната называлась «Успешная», а вот служил он маленький. Он рассчитан на одного человека. В народе его стали называть эгоистом. В этой комнате никто никогда не принимал пищу, даже чай не пили. Только нарезали хлеб, пироги из чугунов красиво раз. С правой стороны есть красиво из раскола печь выступал. Туда ставили подносы с тарелками, еда оставалась теплой. И в буфетной столовой красивая посуда. Вся она была изготовлена на известных 19 положенная так протапливали дом. А вот в верхней эти печи, посмотрите, на них внимание. 3-15 года. Ивановича. Голубым показали веточки его сестер и брата, а коричневым проследили веточку дяди художника. Иван Иванович был дважды женат и дважды вдовец. Обе супруги подарили ему дочерей, поэтому никто из потомков художника. Для того, чтобы выполнить красиво обещанный, прошу на время аппарата выключить. А переходим мы с вами в зал графики, где представлены удивительные работы. Называются они. И коллекция находится в Третьяковской галерее в Москве. Третья. Музей изобразительных искусств Республики Татарстан в городе Казань. В нашем музее хранится 5 подлинных работ Ивана Ивановича. Пейзаж с озером, хвойный лес, тысячелистник, лодка на берегу и удивительная картина «Жатва». Удивление она вызывает тем, что эту картину Иван Шишкин написал в возрасте 16 лет.
Да, вот пряники. Здравствуйте, пряники. Пряники, пожалуйста. Медовые пряники, простые яблочные. Там хорошие лавочки будут, там всякие монеты старинные, банкноты. Вы узнавали про флагу, которую вы вешивали на колокольне Спасского собора. И историкам известно не только бои на суше, но и на Каме. Одна из них, такая крупнейшая, вошла в историю под названием «Волжско-Камская баталия». Регистрированы и работают. Среди них такие, как крупнейшие, как «Рокволл Волга», «Форт Сойерс», «Армстронг», ну и другие.
I'm gonna go get some more.